готовить я, такова мечта моя. Это может нелегко оказаться, но я буду очень-очень стараться, и помогут мне друзья. Я пока еще учусь, но ошибок не боюсь, трудно лишь первый раз. Погляди, увидишь сам, как творятся чудеса на волшебной кухне у нас. Выглядит аппетитно. А? Кыш, кыш, кыш! Ну же, уйди, уйди, пчелка! А-а-а! Пчелка, это мой бутерброд! А бутерброда больше нет. Ой-ой-ой! Да где же от тебя спрятаться? Ням-няшка, скорее! Надеюсь, на волшебной кухне пчелка нас не найдет. Фух, никаких пчел. Здравствуй, хозяин волшебной кухни. Здравствуй, Майя. Привет, ням-няшка. И чем это тебе пчелы не угодили? Они такие труженицы, делают такой вкусный и полезный мед. Да, я люблю мед, но вот пчелы. Майя, раз уж мед тебе так по вкусу, давай отправимся на волшебную пасеку и узнаем, как его делают. Хозяин волшебной кухни. Какой приятный сюрприз! Здравствуй, Улей! А я к тебе с гостями. Знакомься, это Майя. Привет! И ням-няшка. Они любят мед. А вот пчел как-то не очень. И очень зря. Пчелы – полезные насекомые. Хотя держаться с ними и правда надо осторожно. Если нарушить их покой, им это может не понравиться. И они могут ужалить. Ой-ой, осторожнее! Что я говорил? С пчелами надо быть осторожным. Необходимо использовать специальную защиту. Такую же, как и у нас. Пчелы живут большими дружными семьями. Чтобы всех накормить, они делают очень много меда. Хватает всем. Пчелки не против, если излишки меда мы забираем себе. Весной насекомым приходится много трудиться. Пчелы ищут цветы, собирают цветочный нектар и несут его в ульи. Там они его перерабатывают и превращают в мед. Вкус и запах меда зависит от цветов, с которых был собран нектар. Я вот очень люблю липовый, каштановый и луговой мед. Угощайся, Майя! Этот мед пчелы сделали из цветов, которые растут на нашем волшебном лугу. Какой душистый! И наверняка очень вкусный. Майя, давай испечем оладушки и съедим их с этим медом. Здорово! Я за! До свидания, Улей! Большое спасибо за мед! До свидания, друзья! Всегда рады видеть вас на нашей волшебной пасеке! Начнем готовить оладьи. Миксер, взбей, пожалуйста, яйца с сахаром и солью. Теперь я добавляю кефир. А я просею в тесто муку. Осталось размешать, и наше тесто готово. Можно печь оладушки. Только будь осторожна, Майя, сковорода горячая. Как вкусно! И очень полезно! Да, я помню. Когда я простудилась, мама давала мне теплое молоко с медом. И я быстро поправилась. Да, мед содержит множество целебных веществ. Но есть его нужно понемногу, чтобы не возникла аллергия. А маленьким детям, как твоя сестричка Соня, мед и вовсе давать не следует. Буду знать. Спасибо за чудесное путешествие. До свидания, Майя! Пока, ням-няшка! Старая знакомая. А я тебя, пчелка, больше не боюсь. Теперь я знаю, какую пользу ты приносишь. Думаю, тебе пора домой. Пока, пчелка! Thank you.
На нашем канале есть еще много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии.